Праздник Крещения Господня приходится на самый холодный период зимы. Январские морозы до 40 градусов уже по привычке называют крещенскими. Но русского человека холода никогда не останавливали, поэтому даже в сильный мороз миллионы людей по всей стране в крещенский день идут купаться в прорубях и купелях. В Богучанах тоже будет своя купель на Ангаре. И в этот раз здесь будут дежурить спасатели. 18 января с 23 часов до 3 часов ночи 19 января и 19 января с 14 часов до 22 часов будет обеспечиваться дежурство Богучанского ПСО, значит, дежурными спасателями на реке Ангара в районе Купели. Для того, чтобы купание в проруби стало именно прикосновением к началу жизни, а не превратилось в проблемы для здоровья, нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, отсутствие алкогольного опьянения, в первую очередь, потому что не рекомендуется. Далее, не рекомендуется лезть в купель людям с хроническими заболеваниями любых органов и систем, потому что это чревато последствиями. Значит, ну и людям, ранее не купавшимся в холодной воде, значит, следует проконсультироваться с медицинскими работниками в обязательном порядке. Категорически запрещено купание в проруби малолетних детей, так как их организм менее всего готов к резкой смене температуры. Купание в ледяной воде – это огромный стресс и для взрослого организма, особенно для тех людей, у которых проблемы с сосудами и сердцем. Резкое охлаждение организма влечет за собой спазм сосудов, поэтому заболевания сердечно-сосудистой системы в первую очередь подвергаются огромной опасности. То есть люди, склонные к инфарктам, к инсультам, соответственно, ну, я так понимаю, люди, знающие об этом, то есть они чаще всего с хроническими заболеваниями, должны прежде всего предусмотреть это заранее. Важно подготовить организм перед купанием. Раздеваться надо на улице в течение нескольких минут, привыкая к температуре окружающей среды. И в ледяной воде нужно находиться не более 2 минут. После купания нужно вытереться насухо, пройти в теплое помещение и выпить горячего чая. При соблюдении этих простых правил крещенский праздник оставит только положительные эмоции. Александр Межеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны.